Алаудина Смурзиев, Лемон Альгиева, Рагда Ханиева, ансамбль народного танца Ингушетия и многие другие радуют итальянских жителей своими яркими выступлениями. Напомню, делегация из Ингушетии представляет республику на итальянском фестивале «Летний сад искусств». Творческий коллектив выступил в городе Бари, на площади перед Дворцом экономики, в театре «Форма», познакомил жителей города Полиньяно Амаре с уникальными обычаями, культурным и художественным наследием ингушей. Фестиваль «Летний сад искусств» проходит в рамках официальной программы международного культурного проекта «Русские сезоны». Участие делегации в мероприятии стало возможным благодаря сотрудничеству с группой стратегического видения «Россия, исламский мир» и поддержке Юнусбека Евкурова. Напомним, что ансамбль «Ингушетия» накануне отпраздновал свой 25-летний юбилей, с чем их поздравил глава региона. Он поблагодарил руководителей коллектива и отметил, что ансамбль по праву завоевал любовь зрителей не только в нашем регионе, но и далеко за его пределами.